Скажи мне, что мы делаем в вампирском гетто после захода солнца? Наберись терпения. Жди. Смотри. Быстрее! Быстрее же! Помогите! Вот та, которую мы ищем. Вампир? Она бесполезна для нас. Пустая трата времени. Не вампир. Наполовину вампир. Один недостаток. Она должна есть. Да. И слишком опасное место для трапезы. Она охотится, ищет отца. Общество. Общество нуждается в ней. Мы оставим ей приглашение. Время уходить. Где, сука? Проклятые кровососы. Поосторожнее со своими родственниками. Могли бы быть и повежливее. Спасибо, что вытащила меня сюда. Обожаю воду. Ты вампир только наполовину. Если ты искупаешься, то обожжешься, но не умрешь сразу. Если я выбью себе глаз, я тоже не умру. Это еще не повод. Сейчас не время для обмена любезностями. Вся в сестру. Я верю в свои силы. Как и я. Но это твое первое задание для общества, поэтому все должно идти по плану. Да. Что нам пока известно? Газеты утверждают, что жители города Мортон в Луизиане превращаются в каких-то монстров, мутантов. Врачи подозревают какую-то неизвестную болезнь, так что весь район закрыли на карантин. Я горжусь тобой. В городе видели несколько биомасс. Похоже, они являются разносчиками заразы. Именно поэтому мы здесь и находимся. Уничтожь источник инфекции и как можно больше зараженных людей. Эпидемия не должна распространиться дальше. Не слишком ли радикальный способ лечения? Ты окажешь им услугу. На последних стадиях болезни их мозги разжижаются и вытекают через уши и через нос. Гадость какая. Одну биомассу видели в конце этой дороги на кладбище за церковью. Встретимся там. Видишь ту кучу под телеграфным столбом? Что это? Это было человеком. Возможно, это результат последней стадии заболевания, но что-то тут не так. Давай посмотрим, что внутри.
Похоже, кто-то держался здесь до последнего. Если хочешь, можешь взять пару пушек. Хорошо, что мы не настолько чувствительны к святым местам, как другие вампиры. Теперь ты готова. Я хочу полистать эти документы. Может, мне удастся найти упоминание о других вспышках этой болезни? Эта стена тянется вокруг всего города, 10 метров в высоту. Я вижу. И что? Судя по тому, что мне удалось разобрать, даже самые первые французские колонисты боялись чего-то в этих болотах. Боялись кого или чего? А это что? После Черной Годины в 1873 году от Рождества Христова был заложен первый камень этой стены мужества. Этой доской, установленной в 1888 году, мы знаменуем завершение строительства. Пусть эта стена с благословения Господа Бога нашего защитит нас от зла и сохранит нас ныне и присно, и во веки веков. Столько строили, и все напрасно. Я хочу еще немного полистать архивы, а ты займись уничтожением биомасс. Первые находятся на кладбище, я тебя догоню.
Это и есть биомасса? Обратно в свою нору. Может, тебе стоит убраться обратно в свою нору? Ugh!
Биомасса. Гнездо. Неплохо. Странные создания, не правда ли? Странные, не то слово. Что это такое? Я не уверена, но кажется, что они переносят болезнь, вызывающую в людях мутации. Мутанты? Верно. Помнишь те осклизлые кучи, которые мы видели здесь повсюду? Что насчет них? Это люди. То, что от них остается. Паукообразные твари срыгивают то, что не могут переварить. Действительно странные твари. Эй! Алло! Есть там кто? Открывай. Мараски ушли? Кто ушли? Мараски, болотные монстры. Это креольское название тех тварей. Так они ушли? Да. Теперь открывай дверь. Мон дью, лес диаблес! Так-то ты приветствуешь спасательную команду. Ты кто такой? Я Жан Симон, могильщик! Что здесь происходит? Я не знаю. Когда пришли твари, я спрятался здесь. Они не могли сюда забраться. Жан, ты останешься здесь. Это место явно безопасно. Мы приведем сюда остальных. Мы не идем? Пока нет. Тебе будет безопаснее какое-то время посидеть тут. Хорошо, хорошо. Шлите их сюда, в семейный склеп Термен. Мы будем ждать. Если ты найдешь кого-то живого и здорового, шли сюда. Но не забывай о гнездах. Столько строили, и все напрасно. Возможно. Или, может, на этот раз все хуже, чем тогда. Эти существа очень похожи на насекомых. Похоже, каждые 30 лет они роятся. Чуть не забыла. У меня для тебя кое-что есть. Фактически, это гарпун. Он помогает в охоте, его можно метать на приличное расстояние. Спасибо. Я буду защищать склеп, а ты отправляйся на поиски гнезд. Я набросала примерную карту окрестностей. Если доклады были неточными, тебе придется как следует обыскать окрестности. Когда ты вернешься, мы отправимся по ту сторону стены. Должен быть какой-то источник появления всех этих существ. Может, тебе стоит убраться обратно в свою нору?
Может, тебе стоит убрать обратно в свою нору?
Не убивайте меня. Отправляйся в мавзолей Фамилы Термейн. Там ты будешь в безопасности. Как скажете. Только не убивайте. Спасибо. Это стерва Марасса.
Если только я добраться до нее, она подавится своей магией. Кто? Марасса. Она называет себя Мари Лаво, жрица Вуду. Ну и что с ней? Она снюхаться с пришлым старым фрицем. Пойти на кладбище кораблей и творить черная магия. Так что, она во всем виновата? Да. Она и этот немец. Страшный человек. Злой. Она сказать, что пойти туда, чтобы оживить мать преисподней. Должно быть интересная штучка. Тебе стоит перебраться в фамильный склеп Терменов. Это единственное безопасное место в городе. Я так и сделать.
сторон. Не ты, уродливая тварь! Ух! Полегче с этой штукой. И кого это ты тут назвал уродливой? Пардон, я не хотел. Забей, ступай к семейному склепу Термен, там ты будешь в безопасности. Ну, я так не думаю. Мне типа и здесь неплохо. Ага, пушки под рукой и... И это только вопрос времени, когда твари найдут способ пробраться внутрь. Мне это удалось. Да и патроны у тебя не бесконечные. Ну, может быть, ты и права, но... Забирай свою пушку и ступай. Могильщик уже там. Сейчас это самое безопасное место. Могильщик? Жан жив? Мой Шурин? Ладно, я пошел. Прошу простить меня за грубость. Адью, мадемуазель. Задержитесь, мистер... Помощник шерифа Гора. Мистер Гора, как насчет того, чтобы открыть эту дверь? Ах, уи, бьенцу. Еще раз тысячи земель. Вот так. Ну, я пошел. До скорого, моншер.
тебе стоит убраться обратно в свою нору. Thank you.
говорю. Все в порядке, моя мать. Кто вы? Это не важно. Бегите со всех ног к семейному склепу Термен. Папочка! Беги!
сел, надо заменить. Готова спорить, что он есть в гараже. Должно же оно было оказаться, как только не подвал.
Мило. Может, тебе стоит убраться обратно в свою нору? Ну, опять 25. Что, суши больше вообще не осталось?
Последнее. Пора вернуться на кладбище и встретиться с ним. Никого не осталось, проклятие. Пора положить конец этому. Я найду этих ублюдков и поотрываю им конечности одну за другой. Смотри-ка, кто это у нас тут бегает? Вперед, веди меня к твоему гнезду! Я упустила его. Все кончено. Смотри-ка, кто это у нас тут бегает? Вперед, веди меня к твоему гнезду.
Смотри-ка, кто это у нас тут бегает? Вперед, веди меня к твоему гнезду. Yeah.